Когда вы режете плиту пир, вам для начала нужно, ну, естественно, вы приложили либо линейку, либо строительный уровень, отметили, сколько вам необходимо отрезать, и затем взяли строительный нож, желательно 25 мм, потому что он более жесткий, он не гнется в процессе резки. Затем вы завели кончик, буквально чуть-чуть, и прорезали саму фольгу. Это необходимо для того, чтобы рез у нас получился ровный. Вы наметили себе канавку. После этого, в зависимости от толщины плиты, выдвигаете свой нож. Не нужно его выдвигать на максимум, иначе он будет гнуться в процессе резки. У вас может получиться неровный срез. И послойно, не сильно давя, начинаете прорезать по 5, 6, 7 мм за один раз. Опять же, чтобы у вас не ушел нож, вы прижимаете его в процессе к своему правилу либо к уровню. И следите за тем, чтобы вторая рука или ваш помощник прижимали направляющий к плите, иначе в конце вашего реза, давя на него, вы можете его сместить вот таким вот образом.